Так, вот спаситель этой ебаной птахи. Мое предложение было сжечь ее дезодорантом. Гуманность этого человека, она зашкаливает. И вот эта птица сумасшедшая, которая туда залезла, она обязана целиком и полностью, похоже, это птенец, она обязана жизнью вот этому человеку, Роману. Ром. Бля, и что с ним делать, если это птенец? Выноси его на улицу, подари кошкам обед. Не знаю.